И снова здравствуйте. Не успела утреннее видео про рыбалку загрузиться. Мы уже едем дальше. На встречу с подписчиками. Подписчики пригласили меня на день очень знаменитого в окрестностях Пожежин-Сити. Обещают кормежку, танцы и зрелище. Поэтому едем на заправку, забираем подписчиц. А что будет дальше, вы увидите на моем будущем канале Миллионники. Машина мчи в ночи, лети по воле. Все в сборе. Да. Руслан Степанович. Машем ручками, подписчицы. Едем на праздник Пожежина. Соседнее село на дискотеку. Пожежин-Сити. Едем в Пожежина. Задержи Грына. Девочки. Вот так я могу сколько хочешь. А что ты еще можешь делать сколько хочешь? И песни. Песни? Да. Ширана. Давай поедем. Не сегодня, потому что мы завтракали. Я пока приехала, я была на колхозном рынке, мисс Ванька. Ты знаешь, я вот очень пока довольна, проехала, что я за свою краеду еду. Ешь? А там снимаем? Давайте лучше спойте что-нибудь. А, ну давай, девочки. Распевайтесь, там же будет какой-то конкурс самодеятельности. Будет, да. Какую? Света, ты начинай. А ну, что, и снова седая ночь. Нет, давайте украинскую. Айбую. Ну определитесь вы сами. Белявая, чернявая, а третья рыжа, кучаровая, новосвятая ночь, и только доверяю я. Та доверяет только ночь. Ну что, записываешь? Да. Ой, у палитры граничанки, а у хлопца три девичанки, чернявая. Так ты и на белорусской мове спеваешь? Так? Это же белорусская мова. Ну и что же? Причем тут ну и что? Люди же-то не различают белорусскую и украинскую. Конечно. Да не попей. Жанна, дай ее минералку. Да, минералки еще. Все, записывает, на себя направляй и бухтите. И бухтите. Рассказывайте что-нибудь веселое. Ну давай. Девочки решили поехать на праздник в Пожежин. Вот это... И это в ее родственники есть? Да не надо это никому рассказывать. А ну пусть не попришь. Ну да, мы сегодня попили, я пошла на пенсию. Тоже не надо. Почему? Пошла барышня на пенсию. Себя тоже снимаю, вот так вот держу. Не очень жарко. Короче, наша подруга получила пенсию. Да, мы сегодня замачиваем. Я очень стесняюсь работать на камеру. Да ладно тебе, Жириста, привыкнешь. Снежана, ты хорошо выглядишь. Это я одна физиономия туда влезла. Ничего, вы платье не захотели. Так, направь, чтобы тебя видно было. Поэтому у меня девчонки. Одна пошла, очень молодая. Направь себя. Во. Мы себя селебрити делать будем. Потом еще на БТ позовут. С
все, ты у нас комментарий, будешь, ты нас ведешь. Снежана, будешь славянский базар вести. Да, конечно, да, я уже хватит программы вела. Снежана, ты у нас ведешь телевидение. Все, ой, давай дорогу снимай. Да мой фейс там уже и так всем надоел. У меня девчонки такие, подружки. Одна пошла молодая барышня на пенсию. Вот она говорю, сидит. Пускай ей везет в этой жизни, чтобы она прожила на своей пенсии до 100 лет и не нуждалась в каких-то лишних других деньгах. Поэтому мы решили сегодня съездить в нашу деревушку, которая под названием Пожежин, на наш... деревенский, как это, может быть, не корпоратив, а гуляночку. Вот так. Ладно, один вопрос. Вы меня туда как водителя взяли? Как подожди. Подождите, дайте договорю. Покормить или натурально по назначению использовать? А это все зависит от вашего желания. Хочешь, мы тебе даже женщину найдем. Я уже с тобой в том году зеленки искал, ты меня чуть до нервного срыва не довела. Я зеленки нахожу, а он не находит. Я говорю, я хожу, а он говорит, я не вижу, а я говорю, я вижу зеленки. Сегодня говорит, я, девочка, налюсь, тебе мужчину. Нет, я говорю, Светлана, найдите мне, пожалуйста, мужчину. Ну, снимаю же, чтобы у тебя было видно, что ты... Ну, это у меня вот. Я сегодня с ночи, поэтому я очень... Я прячусь от камеры, прячусь. Ну, жарко. Очень хорошо. Вот, нету, я не люблю особо сниматься. А вы можете так вот сделать стоп, а потом продолжить? Вот, маленькая кнопочка красная. Это не красная, а зеленая, черная. Вот так вот нажимаешь. Нам надо заехать в Мухове, в деревню. Что такое Мухове? Это поселок, который по возле города Бристов. Это в честь его речку назвали или его в честь речки? Муховец? Нет, речка Муховец раньше была, а поселок, он молодой. Ты лучше вот расскажи, чем славится Пожежин? Пожежин, потому что когда-то Пожежа была, и у нас был такой, из-за чего Пожежин, потому что была, шел, лес горел, и шло на деревушку, было поселение. И маленькое поселение, и шло на деревушку вот это вот Пожежа. А раньше дома строили, один к одному, как в России. Вот буквально домик, что там, заборчик, опять домик. Тогда-то так строили дома. И вот как взялось там, а у нас получается леса такие, вот идет с мусорки, очень много идет у нас... Руслан Степанович, ты меня, конечно, загруживаешь таким, что я могу... Я тебе проще скажу, чем славится Пожежин? Это самогонный край. Нет, это ягодный край. Самогонный край. Я там работал, в том Пожежине. Я вам скажу, это малинки, калинки, клубники и самогон. Я там один раз у работника спать, ну, ночевать остались. Спасибо, кстати, одному малорицкому заказчику. До сих пор деньги отдает. И меня положили в летней кухне спать. Меня разбудили раз 15 за ночь. Я через окно выдавал. Это в каждой деревне так. Да ну нафиг, в моей стороне Господи, такого нет. Я с Васильевского района. А что ты говоришь? В каждую хату зайдешь самогонка. А у тебя, зачем тебе в деревне? Тебе в лесах это все гонилось. Все, ладно, не будем открывать наши тайны. Ага. Курочкову, сахарную. Да, конечно, он с Каменца. Его все в лесах, вот это вот Каменецкая была. А у нас по домам. Пущанка. Короче, мы проезжаем южную. Смотрите. Не надо это показывать. Я же знала. Я хотела показать, где мой сын будет служить. Опять записался, знаешь, куда мой сын? В аэроклуб. Опять будет прыгать с парашютом. Тебя бы тоже не мешало сбросить, я тебе хочу сказать. Ну что, такого самолета не придумали, чтоб тебя... Или нет, самолет-то тебя подымет. Ну, без обид только. Парашют надо специально. Руслан Степанович, что? Мои груди очень крепкие и сильные. Я буду лететь на плаву. Короче, выключи, не сажай батарейку. Нормально все, я взял пауэрбанк. Идем и на цавоч. Ну, потому что дорога длинная. Она какая там длинная, 20 километров? Хай дивиться. Зачем это? Ты так? А почему ты снимай таких... худых тоже. Ай, ладно, все, уже обиделась, чувствую. Конечно. Что не видео, то на меня все обижаются. Ну, все ты. И все. О, себя. Ой, какая красавица.
Мне жарко. Я ж прославил твою эту, цветок этот, что ты подарила мне. Даже не цветок, а мой дом видела. А тут проживает Снежана. Не, я цветок. Да. Ты ж два посадила, один где-то пропал. А мне сегодня, сейчас на Валентайн так. А что ты в этом году не берешь цветы? Я говорю, никто не хочет видеть мои цветы. Ты это? Взять? Принести, посадить? Не надо. Ну и не надо. Мы не гордые. Это девочки. Ох ты, блин. Еле вывернул. Снова седая ночь. Ну так какое-то видео, как будто бы у меня морда на полутора. Все, тихо. Тихо. Я огурцы буду ко мне. Подожди, Руслан. А? Руслан Степанович. Тихо. А, 30 рублей на бензин даем. Да. Блядь, ну нахуй вы вот это все. Здрасте. Веселая компания, хорошие друзья. Потому что мы патриоты. Нашей страны. Червонец. Ну, чувствуется, что на день. По Жежин-Сити едем. Вот это нормально будет? Конечно. Хорошо. И палочку? Нет, такого не надо. Может быть, что-то такое, что можно было нажать на жанет. Ну вот, вот 14 рублей колечко. Может, много? Нет. Нет. А больше нет. Дайте что-нибудь вкуснее. Ну что-нибудь еще. Вы можете нам полезть? Ну, выбор молочных продуктов меньше, конечно, правда? Ну, конечно, кормуха. Вот это сухая. Я про другое. Вот это вот. Тихий, спокойный поселок Муховец. Когда-то сюда тоже на танцы ездили. А у Юрия Алексеевича жена отсюда. Все никак к нему не доеду. Хоть уже через экран монитора привет передам. Население около 3000. Вот Муховецкая амбулатория. Здоровый гостиничный комплекс. И церковь на озере. Детский садик. Три магазина, не считая ларьковых павильонов. Я бы, вот, честно говоря, вот так, чтобы в Бресте эту продать, этого домину, я бы себе здесь что-нибудь купил бы. И, наверное, до Бреста ехать 10 минут. Даже есть закусочная. Только что-то она не работает. Не, должна быть. Но все равно. А это, наверное, школа. Не знаю. Честно говоря, не знаю. Вот здесь Снежана собирает грибы. Ну, чуточку в сторону, конечно. Ведрами. Ведрами. А ты хоть что-нибудь делаешь более мелкой посудой? Я не умею так пиццу делать, как Руслан Степанович. Я маленькую, а он сразу 2, 3, 4. Поэтому вот как-то так. Машинки стоят, люди грузятся грибами. Я думаю, это просто что-то поломалось. А может, они не могут сдвинуть? Ну, видишь, прикуривают. Ну да. Ну, в принципе, грибы есть. А чего сейчас дождя нет? Передавали, что будет дождь. Так я тоже на него рассчитывал, но как-то так. Добре, будем ехать. Едьте спокойно. Ехали мимо. Смотрите, что у нас есть даже. Брестский городской аэроклуб. Планеры какие-то. И Цесна, походу. И здесь занимается прыжками с парашютом. Вот так вот. Улыбочка. Не хухры-мухры. Мне сын прыгает. Я бы тоже прыгнул, но пить бросил. Треба його
промочить, промочить. А я тоже говорю, чудо, челенчу. А рукою промочу, промочу. Калинка, малинка моя, де поїду, там і жінка моя. Де поїду, а до пішки піду, там я собі чоловічка найду. Щось та наша страна, лікер много дает она. Налейте мне ликера, спою вам про шофера, а без ликера не хочу. Налейте мне ликера, спою вам про шофера, а без ликера не хочу. Руслан наш милый, как ты хорош, за руль садишься, мелькает рожь, мелькают реки горы, трещат мосты, заборы, машина мчит на дальний ход. Мелькают реки, горы, трещат мосты, заборы, машина мчит на дальний ход. Машина стала, бензина нет. Что будем делать, шофер мой свет? Шофер мой не хлопочет, бензин достать не хочет. Придется ночевать в лесу. Шофер мой не хлопочет, бензин достать не хочет. Придется ночевать в лесу. Я помню. Шофер мой милый обнял меня. Что будем делать, не знаю я. Напишите в названии, в комментариях название этой культуры. Люпин, что это такое? И что с ним делают в сельском хозяйстве? Второй тысяча. Да, это пожар. А где там это? Не знала. Ну, надо в дом культуры ехать. Конечно. Давай как в молодости перед дискотекой в машине жахники. Конечно, конечно. Чтоб уже прийти слегка теплыми. Ну да, как нас в тренинг. А что туда идти невеселыми? Раньше же родители закусывали. Черный кот, а ну быстро все вот так пальцы сделали. Говорят, что я ветреная, я такая ветреная. Хоть бы вы узнали такая. Ну, не говори. Где-то что-то помнит с этого трактира, от Улипича, это как его? Константиновича. У Константиновича называется, да? Эту седую ночь, пока до третьей рюмки. И снова седая ночь, и только доверяю я. Все, тупик. Песня тяга. Ага, конечно. Короче, мы подъехали под место. Магазин. Слушай, что мы Муховец останавливали, если тут Радужка магазин? Ну, заодно Муховец народу показали. Ну, видишь, сколько людей сидит. А сколько? Ой, тихо. Надо, наверное... Туда дальше. Ну, хай он присоединится. Да я, может, на стоянку стану сзади. Стань на стоянку сзади. Деревня собирается на праздник. Вы тоже военнослужащая? Чувствую, старший прапорщик. Да, угадали. Вас можно снимать?
Ну, эти железяки мне не интересны. Вот собака красивая. Сколько ему? 4 года. В расцвете сил. Смотришь сериал «Чикаго в огне»? Сериал смотришь «Чикаго в огне»? Скоро 12-й сезон. Я тоже смотрю. За Северай там. Это конкурс какой-то будет. Радости и приятных встреч. Усё, как и у людей, есть своя биография. Мы родились в этом прекрасном уголке земли, и куда бы ни заносила нас судьба, душой всегда стремимся к родному дому, к самым дорогим людям. Для большинства здесь присутствующих наше село является малой родиной. Милая моя родина, теплый родительский дом. Сколько дорог было пройдено, думали всюду о нем. Милая моя родина, точка на карте земли, сердце навек тебе отдано, все тебя помним вдали. Крепкими узами связаны мы с этой доброй землей. Мы ей навеки обязаны всей нашей жизнью земной. Сельчане организовали выставки народного творчества. Когда-то бабушка у меня такие ткала. Накрыли столы с домашней продукцией. Вы можете сегодня станок стоял ткацкий. Потому что будет создано жюри, и мы будем оценивать каждый стол. Я на всю жизнь запомнил, даже узор такой же самый, только зеленый. То, что люди старались и готовились, накрывали эти столы. Организатор мероприятия постарается сделать праздник интересным, незабываемым. Концертная программа с участием творческих коллективов будет вас радовать своим мастерством на протяжении всего праздника. Также будут участвовать конкурсы, детские аттракционы. Значит, конкурсы, сегодня, коль мы жители села, сегодня мы покажем, как мы умеем пилить дрова дворучка. Я думаю, никто, кто в деревне родился и знает, что такое дворучка. Председатель сельсовета речь держит. Кто первый отпилит кругляшок, значит, тоже получит приз. Пожежи – это населенный пункт, который задает ритм всей жизни. С праздником, хорошего вам всем настроения, благополучия, и пусть в этой жизни ничего вас не огорчает, а только радует. От земли белорусской над моей родиной устояла на солнце над блакитой небес. Землякам зычим счастья, зычим сил вам здоровья, а года обыходит имени лихий лёд. Собирайтесь, Сябрына наша свята, тут папороти все дурмани спята. Тут стрелка там густы, шакали на звезды. Родственник идет. Приветствую вас категорически. Привез сестринку. Все вопросы к нам сидят. Когда уже полька будет, пойдем танцевать со Светланой. Пошли тебя. Пошли в машину. Будем танцевать или нет? Oh!
потанцевывать. А я, в принципе, сейчас с вами пойду. Это все поздымал. Походка целеустремленной девушки. Дочка поступила в консерваторию, сын парашютист. Цып-цып по цепу. Может, подъедем где, посмотрим, как там Снежана? Поедем посмотрим в Корчике, как там царь дуб поживает. Суровые пожежинские мужики. Здорово, бродя. Сколько лет я тебя не видел. Здоровенько, здоровенько. Что ты? Ничего нет, сейчас снимаю. Подожди. Самогонку гонишь? Ебанись, наверное. Самогонка, откуда ты еще? И на искатель купил? Купил. Я думал, ты помер. Сто лет будешь жить. Ну да. Откуда ты его знаешь? Работа. Отсюда до украинской границы. Чтобы вы понимали, откуда украинский язык. До Украины здесь 20 километров. И здесь все до такой степени перемешано, что все спілкуются, розуміють украинскую мову и разговаривают на суржике и на тростянке. Я не стояла молодим рекрутом, і я не стояла молодим рекрутом, я собі стояла. Чисто чула, та й мене не сварила.
хати. Березовий прутик, щоб я не стояла, молодим рекрутом, щоб я не стояла, з молодим рекрутом. Був би півка попівши, зараз би вся деревня пела. Дай Боже вам здоров'я, як вашому дубу і мною еліта Пожежину. Спасибо. Уже счастливый с игрушкой. Самый маленький житель деревни. Бежит. Виктор Николаевич. И бежит. У него очень много дел у нашего Николаевича. На этом останавливаться не надо. Поэтому мы ждем в ближайшее время опять пополнения. Сегодня многодетные семьи кредитуются, поэтому не меньше трех, однозначно. Выделим участок земельный, хотя у вас там рядышком дом есть, еще дадим один. Поэтому стройте, все. Растите здоровье. Кто из вас несет? Да, я тут. Она горячая. Вы же первый парень на деревне. Почему? Самый главный массовик затейник. Ну, так это нормально, ну а чего вы? Давай, не пьяны, вы ничего плохого не делаете. Почему народ такой пассивный? Ну потому что подождите, ну и что ж. Сейчас пару раз еще в машину сходят, и я тут принес специальную группу танцоров. То я в красном платье, то только на одна, ще дві буде. Да? Чекай трошки. Ти для мене обіцяю. Обіцяю. Ах, і ми з тобою задумалися. Такий колоритний дядько. Вона. Лучшим людям города Пожежина. Ні, зроби отак і кажи, работає. Работає. Танцює. Каши попробовали? Попробуем еще чай. Ну, проси уже половину. Ромопова, Масевич и Пожежина закрутили. Вкусный? Почему дома такой не получается? Очень много людей, в школе такой был вкус, в садике, в казарме. Почему дома такой не получается? Но тем не менее, люди в основном всегда... Вкусная каша, спасибо большое. Это вы готовили или старший прапорщик? Сегодня покупают участки, покупают дома. Он только дрова рубает. Поэтому действительно нам сегодня наша деревня становится... А вы тоже военнослужащие? Прекрасно. Сержант? Старшина? А кто? Гвардии рядовой? Да. Или ефрейтор все-таки? Нет. Рядовой? Я бы вам прапорщика присвоил. Еще мало случилось. Я майор в запасе. Три выстрела в воздух он все-таки заслужил. Счастья, здоровья. По-моему, обещанный дождь все-таки будет. Интересно, как они всю эту прелесть со столов будут эвакуировать. И никто не притронулся. Там вон целая поляна. Ну ты это жила на сцене. Ну ты это жгла на сцене. Я боюсь, что каждый сейчас смотрит. Я нормально сказала? Нет, честно сказала. От души. Ну, вроде как председатель. Честно сказала. От души. Молодец. Снял? Да. Я дошла бы председателя. Я понимаю. Я когда выпью, тоже такой. Мне всегда что-то надо. Ну, сказала нам. Не хочу я только что покушать, спасибо. Пусть не рано отримає плюс, буде с урожаем наша вино, а все вывеснено и посеяно. Радица научить брату шановать, радица научить брату шановать. Надо было со стороны. Кто с работой справится вместе с тебе? Кто
Ваша? А вот мама. Пожеженской породы. Вот мы с вами побывали на дне Пожежин. Да, да. Сити. Самый главный танцор порвало тут всех. Надеюсь, вы окунулись в атмосферу простой белорусской деревни. Вам понравилось? Конечно. Это не тебе, а за зрителям говорю. Ох уже неугомонная ты. Ой, так вот ты меня знаешь. Привитание из Республики Беларусь. Работаем. Работаем. Едем домой. Поехали. Давно у меня на канале не появлялся Юрий Алексеевич. Не переживайте, он жив-здоров. Занимался отправкой на обучение своей любимой средней дочери. Все хорошо. Ну, как никто не пишет, как только начнет записывать, смс приходит. Поэтому всем привет. Все у нас хорошо. Работаем.